Доброе утро, Денис. Мы с тобой продолжаем изготовление нашего с тобой самолета. Вот у меня здесь все наши детали. Вначале мы его соберем, так как говорится, на сухую, то есть без клея. Проверим, как стыкуются все наши детали с нашими вырезами. А затем уже постепенно начнем склеивать. В первую очередь мы проверяем верхнюю часть, кабину. Как совпадает кабина? Верхняя и нижняя части. Сначала нижнюю часть подсоединяем. Вот, смотри. Вот сюда вот. Смотри, вот этот вот носик должен заходить вовнутрь. Здесь вот в пазики это все входит. Если у тебя вдруг где-то что-то не входит, значит, в пазы надо смотреть и подрезать. Ну, у меня вот более-менее все вошло. Затем я беру наружную кабину. И проверяю. Ну вот, в принципе, у меня все совпало. Если где-то у тебя не совпадает или по отверстиям, или по выступам на кабине, значит, смотри и подрезай. Еще раз показываю, какие у нас детали должны быть. Это вот верхняя кабина. Видишь, два только выступа маленьких. Остальное здесь у нас с тобой. Вот она, прямая линия. А, ну и треугольные два выступа. Вот у нас что должно быть. Вот эта вот прямая вся линия должна ложиться на поверхность. И вот эта нижняя часть, еще один выступ. Дальше. Что мы делаем дальше? Это мы проверили. Затем мы проверяем. Как у нас стыкуется нижняя часть? Вот она, видишь, нижняя часть. Если где-то у тебя идет несовпадение, не хватает как бы отверстия, да? Ну вот у меня здесь чуть-чуть не совпадает. Значит, я беру резец обязательно и резцом подрезаю. Вполне вероятно, что лучше вот подрезать здесь вот небольшое отверстие. Чуть-чуть прямо его подрезать. И оно будет стыковаться здесь вот, чуть расширить. То есть сейчас такая самая кропотливая работа, это работа по подгонке. Работа по подгонке. Обрати внимание, что вот эти вот нижние, они как бы чуть-чуть изгибаются. Чуть-чуть изгибаются. Так, вот здесь вот тоже надо немножечко. И вот здесь вот у меня не входит. Чуть надо расширить. Начинаю сборку, начинаю склеить. Начну я как раз вот с этих двух деталек длинных.
нам с тобой понадобится фюзеляж, нам с тобой понадобится клей. Клей. Очищаю. Если клей сверху засох, очищаем. Беру эту деталь и смазываю по всей вот этой длине. Затем беру и вставляю. Как мы уже с тобой предварительно проверили, чтобы все у нас с тобой везде входило. Они немножечко изгибаются. Вот так вот. Есть, вот она. Одна у меня вставлена. Еще раз на сухую проверяю, чтобы все заходило. Все у меня заходит. Опять смазываю. И вклеиваю. Не забывай, что нам надо будет немножечко выгнуть. Все, вот у меня вошло. Здесь у меня вошло. На плоской ровной поверхности еще раз прожать, чтобы все было хорошо. Теперь берем вот эту вот маленькую детальку. Вот эту вот маленькую детальку. И ее смазываем. По всей длине. И смотри, вот здесь вот через нос мы ее вводим. И в отверстие то же самое. Все, проверяем. Вот, есть. Теперь мы с тобой берем вот эту вот деталь. Она у нас с тобой должна вот здесь, вот видишь, стыковаться. Вот здесь, Смотрим. А вот здесь вот боковые пазы у нас не очень широкие. Значит, уже по месту мы должны их подогнать. Делаем пошире.
вот этим вот выступающим деталям. Вот, смотрим, где необходимо, подрезаем, подгоняем. Ну вот здесь я вот одну сторону. Так, одна вроде бы сторона у меня вот здесь садится. Разворачиваю, смотрю, где нестыковка второй стороны. Вот, потихонечку, аккуратненько. Вроде есть. Теперь, что мы делаем? Мы смазываем так. У нас получается вот этот вот выступ. Смазали. Смазываем вот эти вот пазики. К этой вот детали, вот к этой, нам с тобой необходимо приклеить еще вот эту вот деталюшку. Вот так вот. Ее смазываем. Вклеиваем. И вот эти вот боковинки тоже смазываем клеем. И вкладываем. Если надо, необходимо раздвинуть, раздвигаем. Здесь вот совпадает у нас с тобой. Здесь чуть-чуть подрезать. И вот эту вот часть тоже смазать. Все вкладываем. Вот снизу у нас должно с тобой получиться вот так вот. Ну все, на сегодня мы занятия заканчиваем. Сборку продолжим завтра.